Это друзья, с вами Схемов и Magical Girl. Всем приветики. И сегодня у нас безумная война на РПГ в самом нашем суровом стиле. Самом любимом стиле, меня уже нагнули. Меня тоже нагнули, я почему-то как дурак взял и убрал из рук РПГ. Вышел на противника, и меня тут же, естественно... Ой-ой-ой. Ой, как опасно. Я сейчас кому-то в спину зайду. Здрасте. Ой, меня прилетело, кажется. Или летит. Так, где-то здесь плохой. Вот здесь вот есть. Да где же вы, люди? От этих взрывов еще ничего не видно. Ну-ну-ну-ну-ну. Все как-то мутно. Не говори-ка. Блин, он меня ждал. Ах ты ж плохой человек. Ух ты какой плохой. О. Оп. Мимо. На тебе. Ой, кажется, я сломал мотоцикл чей-то. Так, зайдем за заборчик. На! Ты смотрю, нагибаешь. Ну, как бы не то, чтобы, но стараюсь. Чарли Чаплин! Ну, блин, я охотился на Чарли Чаплина. Да я тоже охотился. Я сначала в тебя стрелял, застилили. Потом в Чарли Чаплина стрелял, тоже застилили. На тебе! Да как? А вот я в тебя сейчас стрелял, че ты не умер с ним? Ты меня застилили, походу? На, походу. Блин! Где противник? В доме противник. Противники? Повсюду. Ты не можешь найти противника. О, кто-то проехал на мотоцикле. Я его взорвала! И себя попала. На мотоцикле прям? Да. Он в упор на меня ехал. Это было весело. Смотри, Влад Вальдемар там наверху. Ха-ха-ха-ха! А! Друг друга мы тут с парнем разнесли. Так, где этот? Где этот плохой? Оп. Не стреляй в меня, человек! А-а-а-а, не уехал на мотоцикле! Ой. Ой, опасно! Ой, кто-то подходит сзади! Ой, все плохо, все плохо! Ой, все плохо! Ой, все... Опаньки! Хорошая респа была. Я лежала мертвая, съем, и видел твой красный пиджак. Ты ходил по моему трупу. Так тебе и надо. Я еще пойду. О, минус. Блин. Вот это я зашел. Прям... под лаки-шот, что ли. О, тут где-то есть противник. Оп. О, мне я в кого-то фрага. Попал! Схемов, сколько у тебя фрагов? 8. Ах ты. 8. А у тебя? 4. Ох ты, кого-то я поймал, хорошо-то как. 5. 5 фрагов. Мне так нравится, как они загибаются, когда его убивают. Да. В таких позах вообще. У-ху! Ой, мимо. Ой-ой, мимо. Так, у меня 9 фрагов уже. Отлично. Я разнесла кого-то. Это прям какой-то квейк. О, два парня друг друга просто расхерачили. Оу! Мотоцикл как! Так, о, бежим. Привет! Мы выходим на двух врагов. Стреляем, не убиваем. Дальше. Прям спину, собака плохая. Чувак, не убивай, блин. Так, я должен выиграть. Я ж вообще основатель этого. Кстати, да, ребят, эту карту, как и танковую карту, придумал я. У кого еще будет настолько больная фантазия, чтобы придумать... Опаньки! Чтобы придумать такое извращение, да, Лен? Почему сразу извращение? Приятное извращение. Приятное? Тебе нравится, да? Это приятное извращение. Оп! Ой-ой, кто-то на меня, кажется, где-то охотится. Мама, вот здесь плохой человек должен быть кто-то. Оп! Еее! А вдруг ты тут у забора трешься? Да. А! Спину! Я видела, как тебя разнесли. Нечестно! Вот это точно нечестно, Влад. Уху! Я перепрыгнул через эти, через... Через забор сидит? Через забор, да. Как ты перепрыгнул? Ну, это мне с РПГ помогли. В сраку. А, я перепрыгнул. Мёртвый, что ли, перелетел? Да. Перепрыгнул. Ой, мимо, кажется. Тем временем у меня 9 фрагов. Да ты офигела. Ты чем похвастаешься? У меня 14. О, ты 15. Ой. Ты прикинь, меня кто-то в рукопашную подошел убить. Прям между ушей РПГ-ха пролетело. Опти!
О-о-о, серия убийств пошла! Да ты стреляй, там стреляй, стреляй! О, 17 фрагов! Я могу еще выиграть! Мне дали даже награду, гренадер! Да что ж такое? Да что ж такое? Ой, ой, как все плохо! Ой, я горю! А, тут тоже 40, да, их? Да-да-да, здесь 40 фрагов. Оп! Так, 18. Сколько у тебя там, Лен? А я тоже заберу сейчас на эту большую вышку. С ума сошли, что ли? Что там делать? У меня 9 сим. Ну, вдруг я там смогу настрелять много людей. Вальдемар! Да, я видел, как ты туда поднимаешься краем глаза, когда умирал. Так, нет! Я краем, тебе не говорила! Краем мертвого глаза я видел, как ты там. Я уже все погибла. Вот! У-ху! Нихера себе, у меня даже нос оторвало. Ой! На! Здрасте! На схему! Почему я никогда тебя не могу перестрелять? Вот как-то так. Ой-ой-ой! Дернулась мышка! Нафиг. Чувак! О-о! О, я могу выиграть! Смотри, 22 фрага у человека. А у тебя? На первом месте у меня 20. Давай тащи схему, в него уже 23. Я тебя вижу, красный пиджак, а нет. Лен, не убивай, не убивай. Не вижу, не вижу. Живи, живи. Убийство поместья. Вот на тебе прям. Да ты меня убил? Да. Я думал, я сама себя убила. Да? Сейчас. Есть, серия убийств. На! Раздаешь нам, что ли? Раздаю со страшной силой. Я на втором месте, наверное. 23. 23, я могу выиграть. Наверное. Я это камикадзе себя и других сразу. Смотри-ка, 16 Black, смотри. 26 фрагов. Ничего. Быстро он вас нагнал. У него, он, видно, в серию вошел. Видимо. Блин. Ой, как опасно здесь жить-то. В GTA-то, в Лос-Сантосе. На вот тебе. Да зачем ты меня убил? Я тут охочусь за одним парнем, никак... Есть, доохотился я на него. Ой, я... 20-25 фрагов. У первого 27. Ох, сейчас я тут в спину зайду, людям. Оп, здрасте! Вот тут я знаю, есть кто-то. Оп! Ё-моё, как я промахнулся! Я бы сейчас на первое место вышел. Я думаю, тут мы успеем. За 10 минут набрать. Оп! У меня серия поражений. Оп! Есть! Я 28 фрагов, как и на первом месте у парня того. У кого-то серия киллов, а у меня серия поражений. Даже так? Угу. Блин, с чего мне прислали, откуда? Блин, у первого 29 фрагов. Чуваки, дайте победить, пожалуйста. О, 29 у меня. Блин. Чарли Чаплин, какой злой-то, а? Какой злой. Оп! Чарли Чаплин, я тебя узнаю из тысячи... Есть первое место, 31 фраг. Тоже. Ой, я еще раз перепрыгнул через забор. Так, чуваки, хорош там нагибать, такой страшный. Давай схема. Так, 32. Ой. Да блин, гад. Не дают выиграть. Я сейчас выиграю, я выиграю, я смогу. Я смогу. Лично у меня желание хоть одного убить еще. Есть. Получается. Есть. 34 фрага. Осталось 6. Давай, давай, скорее. Резайся, резайся. Ой-ой-ой. Мимо! Не надо! Гад какой, а он меня переезжает. Я убил человека без лица, человек в шапке просто. Блин, блин, блин.
Есть. Смотрите, опять перегнали, кстати. 36, у меня тоже 36. Так, я нашел плохого. Ай, блин! 37, этот скорый пинорус, блин. Гад. Ой-ой. Ой, он выиграл, гад. Я на втором месте. На 13-м. На 13-м? Ну. Угу. Задача выполнена, убить двух врагов с разрывным, что-то там. О, я заработал 24 тысячи бабла. Ничего себе, уровень взял. Что ж, друзья, это была сумасшедшая битва на РПГ в стиле наших... наших безумий современных, которые мы принесли в GTA прямо прямиком из батлы. С вами был Схемов Magical Girl. Всем пока-пока, ребят. Всем душевного фана, безумного пика. Всем пока.